В Успенский храм гости приехали не с пустыми руками. Настоятелю и своему коллеге, члену общественной палаты, отцу Константину, они привезли в подарок альбом с репродукциями работ иконописца Андрея Рублева. Символично, поскольку выходные, у нас будет праздник Троицы, и в альбоме есть картина, как раз та самая известная русская икона Троицкая, которая является результатом творчества Андрея Рублева. О прошлом, настоящем и о том, что здесь изменится в будущем, участники поездки узнают из первых уст от настоятелей храмов. Экскурсия занимательная и одновременно духовно богатая. Неудивительно, что присоединиться к мероприятию решили и ветераны, и даже представители власти. Нам очень приятно принимать участие в этом замечательном действии, которое долго планировалось во все времена. Русская православная церковь была источником нравственной силы нации российской. И у нас очень тесные давние связи между администрацией городского поселения Красногорск и Красногорским благочинием. В Успенском храме гостям рассказали о его богатой истории, показали внутреннее убранство и провели по классам воскресной школы. Здесь мальчики и девочки изучают закон Божий, участвуют в духовных семинарах, учатся хоровому пению. Свою вотчину настоятель храма соратникам по общественной палате демонстрирует с удовольствием. Да и сами гости уже подумывают, не пригласить ли коллег и к себе в гости. Эту инициативу надо поддерживать. Мы будем привлекать к следующим поездкам и из трудовых коллективов. Будем приглашать пенсионеров, которые активно принимают участие. У нас очень много консультантов-экспертов, которые оказывают нам помощь как членам общественной палаты. Их около 80 человек. И есть активные люди, которых мы будем всегда приглашать. Такие поездки по значимым местам района станут традиционными. В ближайших планах посещение госархива. Впрочем, и сегодняшняя экскурсия еще не закончилась. Впереди у общественников много интересного. Валентина Титова, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ.